тиммейта? Серьезно, у Виверны нет ультимейта? Тем временем Фантомастер начинает нарезать Дроу Рейнджер. Ее здесь подцепили. Еще байбек сделал Земелья, за счет этого в том числе сделали килл на Траксен. Там врывается еще и Шторм Спирит. Шторм Спирит добил Эмбера. Шторм Спирит у нас где? Шторм Спирит сейчас подцепит регенерацию. Слушайте, здесь драка не заканчивается. Не заканчивается. Должен Кунка драться до последнего. После байбека сейчас умрет здесь земляная панда. Земляная панда умирает. Байбек делает у нас Эмбер Спирит. В итоге умер Кунка. По руне регенерация. Руна регенерация работает, работает. Забрать бы сейчас еще и Эмбера после байбека, но это дабл килл для Фантом Лансера. И это прыся. Подцепили здесь Бэйна. Врывается еще на Бэйна и Земелья. Ну и Бэйна забирают. Хотя хороший здесь газ пошел, но там появились ветра у Эмбера. Еще и Бэйн байбек, Винтерскерс никуда. БКБ нажат у Драксы. Подцепили здесь Сан Кинга, но это такое. Верхние казармы сил света разрушены. Не в трубов ты носом целишь. Прекрасное место. Меня? Беги, призови своего учителя. Что оставить смотать адмирала. Делать. Пошел врыв Морфа, стампида сверху, Рор прожимается в лишрака, Морф делает байбек. Но если Морф здесь никого не убьет, то этот байбек вообще в никуда. Вот лишрака хорошо подцепили, но он успевает поражать Юла, не смогли его подцепить с корабля. В итоге только Кентавр погибает у команды сил света. Нет, медведь здесь тоже может умереть. Нет у него ультимейта, медведь также погибает. Еще и лишрака могут забрать. А вот это отнули его. У него сейчас еще Юла, братан, вращайся, ёперный театр, где медведь. Я знаю, кого героя не хватает, им не хватает просто бары. Мне кажется. Вместо этого Никса, вот этого Барбарума. Сумасшедшую корову, которая бегает, всех станет, башит. И мне кажется, уже Team Edition бы закончила. По рангам у них либо фейки, либо как бы салям Алексус. Подцепили здесь еще сверху и Кунку. Кунка так.